Для жителя Щелково Андрея Венедиктова, как для представителя старшего поколения, важна судьба его родины – будущее детей. А потому, как сам признается, он решил принять участие в голосовании по поправкам в главный закон страны. Я хочу, чтобы страна наша процветала и была, и до нас заботилась, поэтому я хочу выявить свое мнение о нашем будущем. Для будущих моих детей. Голосование идет. Щелковцы приходят на свои избирательные участки. И стоит отметить, гражданскую позицию выражают как люди старшего поколения, так и молодежь. Например, для Владимира Макарова голосование совпало с демобилизацией из армии. На свой избирательный участок номер 3408, расположенный в Краснознаменском, он пришел вместе с отцом, председателем общественной палаты округа Александром Макаровым. Очень рад, что вернулся домой и могу сделать этот выбор. Ну, каждый человек должен иметь свою гражданскую позицию, в любом случае, он должен иметь право выбора. И этим гражданским правом надо точно всегда пользоваться, потому что если выбор есть, если у тебя спрашивают, значит, человек может влиять на что-то. Выбор делать надо всегда. И голосование – это очень важно. Анна Балиет, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.